Здравствуйте, дорогие друзья ВКонтакте и в Одноклассниках. Я сегодня сделаю обзор камней из Крыма. Это обзор камней из Крыма. Вот это камушек в виде сердца я нашла в Крыму, в городе Саки. Вот этот камушек я нашла тоже в Крыму, в городе Евпатория. Евпатория. Он такой твердый, похож на пемзу. И третий камушек, самый маленький, я нашла в Ялте. Вот эти три сувенира я привезла из разных мест Крыма. Это город Саки, город Евпатория и Ялта. А вот это Ялта, Евпатория, Саки. Вот три разных камушка. Вот этот камушек в виде пемзы. Вот этот камушек в виде пемзы. Вот этот камушек галыш. И вот этот маленький, третий камушек тоже галыш. И вот так. Вот такие из моих сувенирчики из Крыма. Вот такой камушек гладкий. Потом еще камушек в виде пемзы и... И вот такой маленький камушек из Ялты. Все. Всем пока. С наступающим 9 мая, дорогие друзья. Спасибо деду за победу. Спасибо деду за победу. Так, поехали. Так, все. Да, все, поехали. С наступающим, дорогие. Наступающим вас всех 9 мая, мои дорогие подписчики. Господи, помилуй. Так. Сейчас я попробую. Так. Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Окончен тот великий смертный бой, не синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, на славную солдатской головой поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам. Простите, папички. Воздуха не хватает. И маршалам страны ядовым поклонимся, и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всем землей. Поклонимся за тот великий бой. И еще я вам спою песню Катюшу. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на миг Катюша на высокий берег над крутой. Выходила на миг Катюша на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи песни била. Ой, это песня. Простите, подписчики. Ой, это песня, песенка девичья. Ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем погранище от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю стережет родную, а любовь с Катюшей бежет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша. Высокий берег на крутой. А, там на гармошке Катюша играется. Сейчас, простите. Блин, соленая гармошка, ладно, потом. Всё.
И еще напоследок я вам расскажу стих Юлии Друниной. Балладе о десанте. Так, представим, что вот это конфеты Ментос, это мой микрофон. Так, сосредоточься. Зеваем. Так, ну вообще нас ничего не делает, ну ладно. Хочу, чтоб как можно спокойнее суши, рассказ моя свет не топил. 14 школьниц, пивунь, подушек, булбаки забросили тыл. Когда они прыгают вниз с самолета, всем варским продрогшим к тому. Ой, ой, мам, ой, ой, мамочка, тоненько выдохнул кто-то. Пустой свистящий тьму. Не смог погревший пилот почему-то. Сознание вины повернулось. А ты парашюта, совсем не раскрылись ту ночь. Оставшийся ливень укрыл ловец. Несколько суток подряд в тревожной пустыне враждебного леса они соискали ответ. Началось потом с партизанками всякое. Порой в крови и пыли ползли на опухших коленях в атаку. От голода встать не могли. И я понимаю, что в эти минуты могла партизанка помочь. Лишь память о девушках, чьи парашюты совсем не раскрылись в ту ночь. Бессмысленной гибели нету на свете, сквозь годы, сквозь тучи беды. По нынем подругам, что вышли, светят три тихо вгоревших звезды. И это мой специальный видеофильм 9 мая. Ребятушки, специальный фильм 9 мая. Так, я посмотрю. Я, может, кино даже сниму. Так. Угу. Так. На каком я остановился? А вот. Ага. Мы остановились на 12-й части. Так. Ну, это будет 13-й. Мой видеофильм номер 13. Первая часть. Это на розовый телефон. Так, ребятушки, уважаемые подписчики. Вспомним всех поименно. Гоем вспомним одним. Это нужно не мертвым. Это нужно живым. Что-то в мире случилось такое, я застала всех ледяное. О любимости забываем, все чаще близких теряем, за идею слепую, не близкую нам, мы не слышим и спорим друг с другом. Но помнись и протяни руку, ведь не важно какого цвета, на каком конце планеты, ведь для нас, для всех, Земля одна, дети всей Земли. Если ваши сны мир наш изменить смогли, жили, чтоб не врозь, небо, чтоб без слез, мы без войны. Так. Остальное видеофильм, вторую часть видеофильма я сделаю завтра, 9 мая. Поздравляю всех подписчиков с наступающим 9 мая. Вот, сейчас я вам покажу своего прадедушку. Вот так, заходим в заметки, так, заметки, заходим в заметки, вот. Вот мой родной дед, вот мой прадедушка. Прокофьев Тимофей Николаевич. Вот он, мой любимый прадедушка. К сожалению, он погиб на войне, прадедушки. Мне даже неизвестно, как он погиб, мой любимый прадедушка. Спасибо тебе за победу большую, прадедушка, мой любимый. Ой, простите. Все, ладно.
Да, вот так и так, все. Всем пока. Всем пока. С вами Тишка и Лина. Ах, да, подписывайся на мой канал. Так, мой канал. Заходим в это. Мой канал называется Нина Каткова. Мой канал называется Нина Каткова. Так. Ох, ух ты, у меня же на канале 12 подписчиков. Круто, у меня на канале 12 подписчиков. Супер. Ура. Подписывайся на мой канал. Вот это мой канал. В Ютубе. Называется Нина Каткова. Так, все. Ох ты, 12 подписчиков, круто. Все, подписывайся на мой канал в Ютубе. Всем пока. Всем пока, дорогие подписчики. Всем пока. С вами Тишка и Лина. Ну ладно. И в завершении видеофильма я хочу вам показать свои конфеты. Вот это конфеты Ментос. Две пачки я взяла. Две пачки Ментос. Аскорбиновую кислоту. А это мне подарила моя мама. Гемтаген. Так. И с чем вы еще указать? А, вот. У меня появились новые попрыгунчики. Вот так они прыгают сейчас. Оп. Вот так они прыгают. Всем пока. С вами Тишка Лина. Подписывайтесь на мой канал. Мой видеофильм номер 13. Это мой любимый Мишка Плантон Паддингтон. Точно. Ладно. Всем пока. С вами Тишка Ильина. До свидания. А завтра я сниму вторую часть своего видеофильма номер 13. А сегодня мой видеофильм номер 13, первая часть. Всем пока! Здравия желаю всем! Всем пока! С вами Тишка.